А это может из выхлопа затянуло? Слушай, а что за лампочка там горит? Желтый свет, лампочка. Пожалуйста, выключите. Да эта лампочка сара, чтобы стоять. Да давайте, раз уж приехали на экскурсию на мать. Что как эти? Заперлись в кемпинг, спрятались. Так мы должны за колонку доехать. Да. Так все загадить и уехать. А это кладбище, смотри. Нифига себе. Точно кладбище? Не надо. Нет, точно кладбище? Да, да, да. Суровое северное кладбище, посмотри. И кирха. Йохайдыр. Минуэма рэчик. Хоть дырка, хотя там бы была, где рыбу закинуть в удочку. Слушай, какой суровый северный край. Чтобы отбить у местности вот эти куски льда, куски скалы. Слушай, а что мы тут будем стоять, смотреть на чужие несчастья? Зачем это нам нужно? Нет, нам это не нужно, конечно. Я просто смотрю, что вот может быть рвануть. О, там как раз пристань есть, где мы сможем поудить. Мы там не станем, там у нас время. Мы туда потом поедем. Ну давайте съездим, а что такого-то? Я... Слышь, чуваки, вы там сгорел? Бедная норвежская семья. Уже сгорел. Так. Пропили до асфальта в некоторых местах. Не бойтесь. Быстро, не видишь? В пропасть мы не упадем, потому что здесь ограничения есть.